торговли вообще нет из-за пуста там вообще. Из-за курса доллар вообще поднялся, и аренду не с чем оплатить, не с чем прям. И охрану, и патенты. Вот вчера охрану с трудом я у кого-то занял, долг взял и оплатил, да, сейчас торговли вообще нет. А сколько у вас вы сейчас платите налог за землю? 1300. А охрана? 3800. 3800, да. И еще плюс аренда отдельно контейнера, да? Да. А аренда контейнера? $300 в среднем это. Ну а вот, допустим, владельцы контейнеров, они делают какие-то поблажки, там, отсрочку или нет? Нет. Такое нету вообще. И вот каждый сам за себя надо как-то выключиться. Но сейчас торговли реально нету. Вот сейчас сидим, вот я спал. Людей меньше, покупательская способность у людей упала, с чем связано, сказать не могу. Ну, во-первых, священный месяц сейчас, как правило, всегда в это время. Меньше людей ходит, долгое время граница закрыта Казахстана. Вот. Ну и до начала поста ситуация в мире в целом нестабильная, на валютном рынке ситуация нестабильная, скорее всего. Это тоже имеет значение какое-то. Ну, вы товар также заказываете, как заказывали ранее? Ну, в других объемах, соответственно. Потому что, опять же, в связи со скачками курса валют, закупочная цена и себестоимость, это все сказывается. А покупательская способность упала. И, возможно, даже из-за скачков курса валюты, вот, что подорожало. Доставка таможня подорожала, плюс курс валют подорожал. С миру по нитке, как говорится.